Кенишемец Сергей Мудров не попробует свои силы в чемпионате мира по легкой атлетике. Напомним, что наш спортсмен одержал победу на летней универсиаде в Казани по прыжкам в высоту. А вот по итогам чемпионата России Мудров в состав команды страны не вошел. После прыжка спортсмен почувствовал боль в бедре и отказался от соревнований. Чемпионат мира по легкой атлетике стартует в Москве 10 августа.